парадные двери в дом для нестандартных проемов. Начнем с модели Ротшильд. Дверь в классическом стиле, дополненная фрамугой и двумя доборами. Они помогут заполнить нестандартный дверной проем и подчеркнут парадный вход. Отделка из дубовых панелей раскрывает красоту натурального дерева. Светлый оттенок внутреннего полотна визуально расширяет пространство. Глубокая фрезеровка подчеркивает классический образ модели. Декоративные витражи преломляют свет и переливаются на солнце. Рисунок мастер делает вручную по английской технологии. Бронзовая фурнитура сочетается с теплым оттенком полотна. Хаски Б. Прямые линии, четкие формы дверного полотна подойдут современному интерьеру. Снаружи модели покрыта матовой краской серо-черного цвета. Хотите другой цвет? В палитре краски 190 оттенков. Найдется тот, что идеально дополнит фасад вашего дома. Дверь украшена вертикальными декоративными рейками в оттенке темный дуб. Черная матовая ручка рейлинг гармонирует с внешней отделкой двери. Внутри отделка белого цвета. Она визуально расширяет пространство и подходит любому интерьеру. Модель дополняют доборы слева и сверху из тонированного стекла. Тироль – модель в классическом стиле. Отделка двери – панели с многослойного дерева, снаружи окрашена в темный цвет. Мастер прокрашивает панель вручную, получается неповторимый глубокий цвет. Внутри светлое полотно с классической фрезеровкой. Под него легко подобрать межкомнатные двери. Через стекло в прихожую попадает солнечный свет. Портал добавляет экстерьеру завершенный вид. Эти модели изготовят под заказ в подходящих размерах для вашего дверного проема. Двери с доборами вы можете оценить вживую в наших салонах на Олешева 1 и Победителей 133. Приезжайте в фирменные салоны. Менеджеры подробно расскажут про каждую модель и запишут на замер.